целом неплохая игра. Единственное, в первом тайме немного мы медленно проходили центр поля. Были приемы спиной к воротам. Очень медленно развивалась атака, и поэтому, в принципе, впереди мало моментов создавали. Во втором тайме, конечно, игра была поживее. Из-за того, что все-таки опорные полузащитники стали играть более акцентированно на атаку, возникали моменты, но, к сожалению, пропустили, и такой результат 1-1. Как бы, ну, считаю, игру могли выигрывать. С точки зрения игры, вам первый тайм или второй больше понравился? Ну, второй был зрелищнее, да, может, где-то много было сумбура, но в том плане, что в плане атакующих действий, конечно, второй тайм понравился. И много моментов сегодня было у нашей команды. Почему не удалось реализовать, почему не удалось воплотить голы? Ну, сегодня не получилось, может, получится в следующий раз. Ну, я считаю, что первый тайм был напряженный, больше, наверное, за Белшиной было. Потом сделали как бы плановые замены, вышли во втором свежий, я вышел, атака усилилась, Дима, Джека вышли, усилили, в принципе, и создали моменты, могли забивать, но не реализовали все моменты. А в чем причина, как ты считаешь? Потому что моментов, в принципе, было много на протяжении всего матча. Ну, реализация где-то подвела. Я вот не попал с метра ворота, должен был забивать. Ну, еще выходы один на один были, надо было забивать, считаю, что должны были выигрывать и реализовывать момент. Во втором, в принципе, тайме ничего не дали создать возле своих ворот, такого опасного, кроме пенальти. Концовка матча тоже получилась довольно напряженной со стороны нашей команды, со стороны Белшины. Вот чего, может быть, не хватило именно в концовке, чтобы вывести? Ну, мне кажется, пошли разрывы в центре поля, и игра стала без центра поля, и тяжело. То одна атака в одни ворота, другие ворота, и вот так.